20 июня в инжиниринговом центре Казанского университета состоялось традиционное мероприятие «Ночь науки». Это уникальный и любимый проект Казанского федерального университета для детей и взрослых, который позволяет каждому желающему прикоснуться к науке и узнать для себя что-то новое. Сегодня в стенах нашего университета, института проводится мероприятие, которое называется «Ночь науки». Мы будем ребятам рассказывать о том, что такое наука, о том, что это замечательное, увлекательное, очень интересное явление, наука, которой нас занимается в нашем институте. С каждым годом мы вот замечаем, что все больше и больше детей приходят. Причем дети приходят не только старшего школьного возраста, начиная с детского сада. Мы здесь можем наблюдать это. Ну, уникальная возможность ребятам воочию, практически, руками прикоснуться к науке. Да? Настоящим сюрпризом для гостей стало химическое шоу с интересными опытами. А завершающим экспериментом стал ледяной праздник с сухим льдом. Ну, здесь достаточно разноплановые есть вот эти вот мастер-классы и по физике, и по химии, да, там что-то они расплавляли, какую-то пластмассу, по информатике, дизайн, моделирование. Очень доброжелательные студенты, то есть действительно они помогают, прям видят, когда ребеночек зависает, они объясняют, что зачем. Чем надо делать, как это работает. Тут очень интересно. Программирование, всякие науки, химия, с электричеством можно работать. Далее все желающие отправились по различным интерактивным точкам. Увлекательная экономика, основы бережливого производства, занимательная гидрогазодинамика и плазма и многие другие. На мероприятии каждый мог открыть для себя много нового, посещая различные мастер-классы. Елизавета Никитина, Универньюз.